Крестьянин Евгений Петрович, мой дедушка. Он родился и вырос на Урале, в городе Катав-Ивановск. Когда началась война, ему было всего 12 лет. В этом возрасте он не мог пойти на фронт. Дедушка, как и многие подростки, ковал победу на Трудовом фронте. В годы войны он работал в паровозном депо станции Свердловск, сортировочной на Свердловской железной дороге. Трудился по многим часам пути и монтировал паровозы. Своим трудом он обеспечивал железную дорогу, исправленный паровозом, тем самым приближался сам День Победы.